Итак, друзья, сейчас вам покажу силу наговора от Олега Алафа Гудвина. Вот с этим плечом мы уже поработали. Вот здесь вот средний пучок дельтовида мышцы уже расслаблен, видите, как висит. Как твои ощущения? Очень, я прям получила свободу. Да? А говорила, много лет, да, держала тут? Ну, очень много, но мне кажется, лет 15 у меня прям. С 15 лет, да? Да. Так, и также здесь вот, вот эта, да, мышца, вот она? Да, да, да. Вот мы ее нашли. Ищем ее место крепления. Сейчас с одной стороны найдем. Так, вот она. Ну, пока вот мы действуем методом релизинга. То есть мы вот ее растянули, фасцию вокруг этой мышцы разгладили, растянули вот так вот. Так, доходим до того места, где она крепится. Здесь. Вот. И здесь прижимаем вот эту триггерную точку. Ей придется держать, потому что мышца убегать, пытается постоянно бежать. Вот она, да? Да. Вдох. Задержать дыхание. Держим, держим, держим. Так, примерно надо секунд 15 где-то, можно 20 подержать, пока человек может задержать дыхание. Потихонечку отпускаем дыхание, медленно, выдох, да-да, тоненькой струйкой так. И отпускаем эту боль, отпускаем, отпускаем. Расслабляем руку через напряжение, расслабили, 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 и эффект шланга. Кровь пошла. Но это еще не все. Ищем вторую точку. Второе место крепления. Это где-то... Вдох. Больно, я знаю, но держим дыхание, держим, держим, держим. Начинаем через боль ее потихонечку отпускать. Мы понимаем эту боль, мы принимаем ее для себя. Ведь даже с благодарностью, ведь для чего-то она была дана, для чего-то нужна. Но мы ее никак не оцениваем. Ее необходимость пропала. Мы не знаем зачем, почему, для чего. Не судим, не ценим никак, просто отпускаем. Боль ушла во свояси. Дышим спокойно. Вдох. Выдох. Продолжаем дышать животом. Вдох. Выдох. Отпускаем эту боль. В ней больше нет необходимости. Она ушла на дальний план. На второй план. На третий план. На двадцатый план. За горизонт. И далеко за землю, растворившись в космосе. От нее не осталось и следа. Сюда, в пустое место, мы вдыхаем чистый, белый, свежий свет. Свет заполняет нас изнутри белым облаком и растворяется по телу приятным теплом. Запускаем сюда исцеляющую энергию любви, излечивающую, и полностью боль прошла. Так, ну как чувствуешь? Очень, очень, вот прям вот все, как вы говорите, это на самом деле очень необычное ощущение. Слова подействовали, да? Слова очень как раз помогают, как раз вы направляете, ведете ими. И мышцы, видишь, какая расслаблена стала? Вообще. Вот ее отпустила, да. Долго-долго держала, отпустила. Ну, секрет этого наговора я вам оставлю в комментариях внизу, если что, посмотрите. А так, ну, можешь поделиться, да, пошевелить плечами, как у тебя вообще, кровь там пошла, тепло там. Это просто вот невероятно, реально такое ощущение, как будто я сейчас могу легко лететь. Да? Прям как будто сзади сейчас руки могу завязать. Вообще, ощущение обалденное. Вот, а ведь ты занимаешься йогой, между прочим, по идее гибкость у тебя хорошая, да, потрясающая. Но тут вот немножко не хватало, скованность мышц мешала. До новых встреч, дорогие друзья, я вам в следующем видеоролике еще расскажу кое-что интересное. Пока-пока.